Здравствуйте, подписчики канала. Сегодняшней темой будет свободная энергия и информация, способствующая пониманию ситуации. И обращение ко всем изобретателям, тем, кто хочет и надеется, что что-то сможет воплотить в России, там, в Украине, ну, короче, на постсоветском пространстве. Забудьте раз и навсегда. Просто призываю всех изобретателей, новаторов просто текать. Если нужно, пишите мне, я помогу организовать. То есть, если у вас что-то есть, какое-то изобретение, поможем устроиться или в Корее, или где-то на Западе. Есть куча людей, которые хотят получить новые какие-то технологии, изобретения. Ну, понятно. Андрей тихо витает в облаках и думает, что возможно продажа и реализация на сегодняшний момент многих изобретений на Западе, где-то в Европе. Мы в своих видео показывали неоднократно, сколько людей было убито, погибли при странных обстоятельствах. Это десятки людей. И эта информация подтверждается и историческими фактами. Вот про двигатель Тромбли из фильма. Это убитый изобретатель FM-радио. Значит, это еще раз 98-й год, например, катушка Стивена Марка. Просто нужно изучать конкретные факты для того, чтобы понять, как погиб Эдвин Грей, как погиб Джон Бедини и его брат с интервалом в 2 часа, как погибли другие изобретатели, что такое национальные интересы США, что такое, вот, допустим, наехали на Стивена Марка, сказали, нельзя обезьяне давать в руки чемоданчик с кнопкой от ядерной бомбы. Это про нас всех. Вот. И, значит, это противоречит, ваша катушка, национальным интересам США. США надо продавать нефть. Почему посадили одно время, хотели посадить, и судебный процесс, и уничтожили, по сути дела, из-за все изобретения, весь металл у Джона Серва? По той же самой причине. Надо продавать нефть. Почему крокодил тянет корову или теленка? Потому что он просто хочет есть. Это его национальные интересы. Жить за счет того, чтобы сжирать других. Но это уже паразитарный режим. Стэнли Мейера отравили пиццей всю его группу. Но Барбоса, уже мы показывали, Юджин Малой, зверски убит металлическими палками за то, чтобы ядерный холодный синтез реализовать. Но он имел неосторожность послать Биллу Клинтону меморандум. Ну, Левашов всю жизнь боролся и описывает в своей книге «Зеркало моей души», сколько раз при СССР, при КГБ на него совершались покушения, сколько раз в Америке, так называемой стране свободной демократии. И что такое социальный паразитизм и как с ним надо бороться, по какой причине замалчиваются изобретения. Андрей Тирха и другие не понимают, что уже более 150 лет, начиная с Генри Вильда и Кука, известные изобретения, которые давали избыток энергии, извлекаемой из окружающей среды, ну, на уровне микрочастиц, на уровне электронов, которые вращаются в среде, а не где-нибудь там в пустоте, вот, которые могут совершать работу, а восстанавливать свою энергию из окружающей среды, вращаясь в ней. Поэтому все вот эти предложения Тиртхи, он не понимает, не знает знания о том, какими методами, как отслеживаются, для чего созданы форумы, как, набрав просто какое-нибудь изобретение в поисковой системе Google, в системе ЦРУ США, сразу же автоматически определяется через IP-адрес ваше месторасположение с использованием GPS-навигатора с точностью до 1 метра. Пускай почитает
лицензионное соглашение Google, когда он регистрируется, все форумы, Одноклассники, Facebook и так далее призваны для того, чтобы отслеживать в конечном итоге потенциально возможных изобретателей, которые могут перейти дорогу национальным интересам США. Это та страна, которая, имея ядерное оружие, применила его против неядерной страны. Та, которая уничтожила громадное количество изобретателей, в том числе и Эдвина Грея, по сути дела, затаскала по судам и погиб при странных обстоятельствах. Недавно на форуме странника появилась тема, полтора месяца назад, ее автор и администратор Святолук, тот самый, который забанивал и троллил тему ТПУ Стивена Марка в модификации Otto Ironet, которая была опубликована, начата тема «Иногда», псевдоним такой «Иногда». Вот другой пример. В Одессе, где Тирха живет, был такой автор Владимир Пантюхов. Схему его непонятно, это если его схема оригинальная или нет, в интернете существует. Он демонстрировал фонарик на 1 ватт, а предлагал даже и на 200, на 300 ватт подобное устройство. То есть не надо, если хотеть и понимать, таких можно примеров привести сотню. Это и Клёсов, и в Украине, и другие ребята, которые, ну, многие, кто пытается что-то понять, они просто не знают знаний, элементарных знаний, каким образом можно эту энергию получить, и как отличить фейк от не фейка, от ложного мотора, в том числе Александр Седой, и целый ряд сайтов, которые конечный результат не показывают, где правильно замерена входная и выходная мощность. Вот Генри Мэррей, миллионер, демонстрировал до войны на 50 киловатт. В Европе, в Америке. Тесла ездил на автомобиле в 1933 году. Вот здесь, кстати, на дальнем плане стоит Тесла в одной из фотографий. Их изъяли из интернета. Вот. И этого миллионера убили. Вот. И даже несмотря на то, что был миллионер, его даже лабораторию, его трубки, где он пневматическим прессом полупроводники сжимал для получения энергии, его даже разбили эти трубки. А патенты просто изъяли из патентного ведомства, так как и первый патент Генри Вильде, которого не существует на физическом носителе в патентном ведомстве. Понимаете? Вот. Так что... Что тут можно сказать? Надо иметь знания. Вы думаете, Маргарет там Тэтчер или Путин или Обама или Трамп, они что? Вот почему все молчат? Молчат и вообще про эту тему не говорят. Они все прекрасно знают о том, что эти устройства есть. Они используют их в оборонке, они используют их в космической области. Они научились уже синтезировать из физического вакуума химические элементы сверхчистые. Но вам про это неизвестно, и неизвестна абсолютно другая информация, какие способы утилизации существуют для изобретений, которые в настоящий момент представляют угрозу национальной безопасности, как Америки, так же и России. Есть специальные организации у них, которые, ну, будем говорить грубо, убивают, утилизируют подобных изобретателей, которые пытаются... действительно уже подошли к процессу внедрения. И не остановятся и перед ядерным ударом, если надо будет. Это ихняя политика, это ихняя паразитарная сущность. Хотят жить на халяву, на горбу других, так сказать, в рай попасть. Ну, конечно, с этим надо бороться. Но имеющий знания будет вооружен. И надо знать, какие у них есть возможности для того, чтобы противостоять вот этим технологиям, как они действуют. Вот эти все форумы, тот же самый и Skype, и Twin Peaks, и Facebook, там, все это отслеживается. Для этого все форумы, по сути дела, имеют вторую сторону медали. Они позволяют социальным паразитам и их нанятым троллям отследить, что есть конкретно у кого, если что-то хорошее есть, купить или просто уничтожить тему.
или в крайнем случае, если изобретатель подошел к внедрению, ликвидировать. Такой же случай был в Одессе. При странных обстоятельствах погиб полковник в отставке. Ну, вы знаете, Теслу демонстрировал с аномальным выходом. Приехали люди из Канады, вероятно, небольшое касание иголочкой, паралич, инсульт, не приходя в сознание, умер Кондрашов. Так что будьте осторожны, и перед тем, как что-то публиковать, не надо давать людям такую информацию, что там будет рай на земле, если они что-то там продадут. Продадут где-то за рубежом, лаборатория будет у них, да. Днем с огнем не сыщи. Уже таких примеров куча. А другое дело, что вот эти изобретатели, которые могли бы опубликовать, ну, даже те, кто опубликовали, информацию подтерли. А сейчас принимают новый закон, в России хотят, о контроле над средствами массовой информации, якобы вот эта информация, которая общественно неправильная, за нее в суд или большой штраф и так далее, и так далее. А вот кто будет определять, является эта информация общественно опасной или нет, ну это власти имущие будут определять. Они вот решат, вот эту информацию нельзя, обезьяне нельзя давать ключ. Вот самовращающийся генератор Джона Бедини. Эдвин Грей, куча примеров. Ребята, будьте осторожны, перед тем, как идти на войну, надо произвести разведку боем, ну и вообще и узнать, что за враг и какими способностями он обладает. А вы, к сожалению, не понимаете всех их методов борьбы. Поэтому желаю вам успеха и консолидации. Всего вам доброго!